Лидер Ливии Муаммар Каддафи изо всех сил сопротивляется аресту. Ни повстанцы, ни их союзники из НАТО не знают, где он может прятаться. Последний раз Каддафи выступал с обращением в среду, заявив, что он до сих пор находится в Триполи и может свободно разгуливать по улицам города. Лидерам мятежников из Национального переходного совета ничего не осталось, кроме как рассчитывать на предательство со стороны кого-то из окружения полковника. Вчера глава совета Мустафа Абдель-Джалиль сказал: «Любой, кто сдаст нам Каддафи живым или мертвым, будет амнистирован, прощен». А может, даже вознагражден. По его словам, один из бизнесменов Бенгази отложил $1,500,000 для того, кто поможет найти беглеца. В погоне за Муаммаром Каддафи участвуют, конечно, не только сами повстанцы. Им в этом помогают сотрудники спецслужб стран коалиции. Великобритания, к примеру, уже давно отправила в Ливию солдат подразделения SIS. Это что-то вроде отряда морских котиков, элитные войска, которым получают самые сложные миссии. При этом Лондон всегда отрицал участие своих солдат в ливийских операциях. Но в мае они попали в объектив любительской видеокамеры. Видите, на этой записи они в обычной форме и солнцезащитных очках разговаривают с мятежниками. Появление этого ролика в интернете обернулось скандалом, ведь миссия британских солдат в Ливии была строго секретной. С тех пор они одеваются в тряпье, как и другие повстанцы, и носят с собой повсюду автомат Калашникова. Так что отличить их стало труднее. Впрочем, сегодня власти Великобритании все-таки признали, что они отправили спецназовцев в Ливию, и именно с их помощью была спланирована операция в Триполи. Теперь на поиски Каддафи брошены все лучшие умы НАТО и бойцы повстанцев. В их распоряжении самые последние технологии. Спутники слежения, приборы для перехвата телефонных сигналов и, конечно, беспилотники. Канадская компания Iron Labs, к примеру, поставила в Ливию своих микророботов для аэросъемки. Это крошечные вертолетики весом в 1,5 килограмма, которые в сложенном состоянии могут поместиться в рюкзак. Они могут вертикально взлетать, быстро перемещаться над ливийской пустыней и затем садиться практически где угодно. Управлять такими роботами очень просто, ведь весь их путь отмечается на электронной карте, и чтобы отправить беспилотник куда-либо, достаточно просто ткнуть в карту пальцем. Камера может снимать как днем, так и ночью. Вот на этих кадрах видно, как лояльные Каддафи войска ведут по позициям повстанцев артиллерийский огонь. Снято это было в полной темноте. Пока даже такие технологии не позволяют выйти на след полковника. Вокруг его перемещений только ходят слухи. Бывший глава ливийского центробанка Фархад Бен Гдара сообщил, что Каддафи направляется к алжирской границе. Но эти данные он получил от своего друга, чье имя Бен Гдара, конечно, раскрывать не стал. Другу этому позвонил кто-то из окружения ливийского лидера и предложил приобрести 25 тонн золота. Произошло это совсем недавно. Бен Гдара считает такой звонок признаком того, что Каддафи не хватает средств к существованию. У него, конечно, есть золото, но продать его кому-либо за валюту будет очень непросто. Другими словами, ливийский полковник оказался в положении великого комбинатора Остапа Ибрагимовича Бендера. У него масса богатств, но использовать он их не может. Кто знает, может, на алжирской границе его точно так же ограбят, оставив ему лишь один орден на груди.